Добрый день, мои дорогие слушатели и подписчики канала «Этюды обо всем». В продолжении прошлого моего видео, в котором я рассказывала о том, что в мирах существуют духовные ориентации, служение другим и служение себе, я хочу продолжить этот монолог в части раскрытия более подробного обзора, что же это такое. Ну, во-первых, каждый человек, воплощаясь в какое-то воплощение, в какую-то жизнь, он выбирает прежде всего те обстоятельства, те уроки, которые он должен пройти в этом воплощении. И причем эти уроки не навязываются ему и не берутся откуда-то извне, а прежде всего они определяются теми взглядами, убеждениями, теми внутренними побуждениями, которые были у человека в той последней жизни, которую он прожил. Если сказать так художественно, вы, наверное, видели в каких-нибудь кинофильмах, как человек садится перед экраном большим, у него прокручиваются какие-то жизненные обстоятельства, какие-то жизненные картины, и он размышляет вместе со своим высшим «я», с тем духом, который его ведет. Он обсуждает какие-то обстоятельства, и они обсуждают и намечают тот план жизненный, те жизненные уроки, которые он должен пройти в будущем своем воплощении. Ну, вот примерно так это и происходит. И человек, если сказать так довольно людскими грубыми понятиями, довольно грубыми, то он как бы заключает контракт на добровольное прохождение тех уроков, которые ему намечены с помощью своей души, с помощью вот этого духа невоплощенного, который ведет человека, в соответствии с теми побуждениями внутренними, которые у него были в последнем воплощении. Вот. И все это складывается в его будущую жизнь. Плохо или хорошо, он пройдет эти уроки и достигнет какой-то цели, пройдет какие-то шаги на пути к совершенству. Так вот, человек на протяжении нескольких жизней может быть какой-то одной духовной ориентации. Но несмотря на то, что он в этой жизни, в прошлой, допустим, жизни, выбрал какую-то одну духовную ориентацию, в будущей жизни, несмотря на те уроки, которые способствует продвижению его в этой духовной ориентации и продвижению вперед, несмотря на это, он должен подтвердить в новой жизни, в сознании уже, снова эту духовную ориентацию. Потому что бывают случаи, когда он может не подтвердить эту духовную ориентацию. Тогда в некоторых случаях жизнь его может закончиться, потому что те уроки, которые он выбрал до воплощения, они будут ему как бы бесполезны. Но это бывает в крайне редких случаях. Несмотря на то, что между воплощениями действует такое космическое правило забвения, то есть переходя из жизни одной в жизнь другую, человек ничего не помнит, все равно у него сохраняются те намерения, те взгляды, которые были до этого, даже если он этого и не помнит. Вот, например, где-то в 19-м году, я была тогда в Солодушино, наверное, в отпуске, и вдруг мне стало страшно от того, что я увидела у себя предпосылки, в себе увидела предпосылки человека, служащего себе. И меня это испугало. И я подумала, как же так? Как все мы, наверное, думаем.
Я такая хорошая, вдруг я, оказывается, эгоистка. Вот. И мне тогда сразу как-то стало нехорошо, но Бог меня утешил. Мне пришло ночью видение о том, что в прошлой жизни я выбрала не то чтобы ориентацию такую буквально, а я выбрала Христа. И мое решение было мою жизнь посвятить Христу. Как это было? Ну, это было две жизни подряд. То есть в одной жизни я... Это была такая современная жизнь, где-то напоминала чем-то такие советские времена. И я была девушкой, которая очень любила своего парня. Были такими худенькими, вот, европейской внешности. Возможно, даже это был Советский Союз, я не знаю. А может быть, это была Америка. Вот, и мы были еще дружны с другими людьми. И почему-то у меня было такое видение, такой взгляд был. Это взгляд со стороны, что мы вели неправедную жизнь и допускали бесчинство, то есть нарушение Божьих законов. В чем это выражалось, не знаю. Вот, я видела какое-то похожее на общежитие место. У нас в этом общежитии была комната или две, мы жили. Вот, и у нас были какие-то дети. Вот, я помню, я беспокоилась о здоровье детей, потому что кто-то из них болел. Вот. А муж, которого я очень любила, был ревнивым. Он ревновал меня ко всем. Он был такой нервный, своеобразный молодой человек, ревнивый, властный такой, неврастенического какого-то типа. И постоянно он мне мотал нервы вот с этими своими ревностными выходками, вот с этими скандалами какими-то внутри семьи. И я тоже реагировала по этому поводу очень бурно. Но это определенный тип, знаете, такое. Они не хиппи были, нет, не хиппи, но чем-то они были похожи на хиппи, а тем, что бурно, наверное, выражали, не скрываясь, очень так оригинально выражали свои эмоции и эти чувства. И вот, значит, что произошло, толком я не пойму, потому что я помню, что я ночью вышла в общую ванну, там была такая общая ванна, стирать, по-моему, детское белье, и какой-то из соседей тоже вышел, и ему тоже что-то надо было в ванной, не знаю, искупаться. Такая была общая ванна, такая, это было типа общежитие. Такой длинный коридор был, и там жили не только мы. И вот муж захотел в это время посмотреть, видимо, что я делаю. И тут он поднял какую-то сцену ревности. И в этот момент, вот в момент этого скандала, вот я между двух вот этих мужчин молодых стою, и они начинают скандалить. И вот здесь что-то произошло. Что-то произошло. Было такое впечатление, что началось то ли землетрясение, то ли какой-то катаклизм начался. И мы в панике начали бежать. Я очень сильно беспокоилась о детях, которые остались спать на что-то. Это было что-то такое подобие топчан, где дети спали вместе. Вот. У нас было несколько детей, наверное, двое или трое, я не знаю. Вот, я очень сильно за них побеспокоилась, я стала туда бежать, сильно беспокоясь о том, что я оставила детей, что сейчас произойдет какой-то катаклизм. Вот, и я бежала, и в это время, видимо, я не знаю, что это было, землетрясение, цунами, что-то было такое, что
вселяла в нас во всех страх. Но, к сожалению, я не успела спастись. И тут, видимо, накрыло нас, и, видимо, смерть настигла, потому что я увидела, как спускаются. Уже, наверное, я была вне этого тела. Я увидела, как с неба спускаются такие духи, одевают на меня маску. Маска была такая, знаете, если вспомнить такой фильм «Человек в маске», когда на эту личность такую одели маску, чтобы ее не узнали. Наверное, личность королевских кровей. Здесь была сетка, здесь была такая маска с прорезями для глаз. Вот что-то подобное на меня одели. И моя душа и еще души, наверное, моего мужа тоже еще. У нас были, кстати, друзья. Вот, мы были не одни, у нас была такая компания друзей. Вот, и я, и, наверное, еще был муж, я была не одна. Мы вознеслись наверх. Мы вознеслись наверх, и само наличие вот этой маски показывало, что мы не в рай летим. Вот. Вся наша вот эта неправедная жизнь, наше бесчинство и наше несоблюдение Божьих законов, то есть мы не по-божески жили. Все это позволило нас вот в такие заковать маски, и мы куда-то наверх полетели. И сразу же после этого мы попали в другую жизнь, где мы тоже оказались вместе. Может быть, это была какая-то загробная жизнь, может, это уже была следующая жизнь. Я, к сожалению, не уловила этого. Но мы оказались в таких пространствах. Это был мир после катастроф. Мир после катастроф. Именно мир после катастроф, где нет обычной такой повседневной обывательской жизни, а есть жизнь, существование душ, которые находятся какое-то время в каком-то безвремени, вне пространства. Вот. И мы оказались там. И были, я помню, мы оказались там с моим мужем. Там было двое моих детей маленьких и наши друзья. Наши друзья, и мы переходили из одного ограниченного пространства в другое. Эти пространства были, можно сказать, не заполнены ничем. Пространства были ограничены материей определенной, о которой я расскажу попозже. Вот мы переходили из одного пространства в другое, не видя горизонта. В третье пространство переходили. Наконец мы выбрались в какое-то большое пространство, и там было что-то наподобие гор, моря. Вот, и мы, наконец, выбравшись туда, немножко с облегчением вздохнули о том, что мы куда-то выбрались. Затем мы стали искать то жилье, в котором оказались вот наши, мои дети, двое детей. Вот, и мы там как-то проводили время, и это были какие-то полуразрушенные квартиры. Эта квартира, в которой были мои дети, была какая-то двухкомнатная, там было что-то подобие кухни, балкона. Причем балкон соединял две комнаты сразу, вот такой интересный балкон. И я, когда выглянула с этого балкона, увидела, что там все это залито не то чтобы водой, а вот такая вот, это было то, что осталось от катаклизма. То есть там была вода и много-много мелких щепок. И я помню отлично один уцелевший мяч с американским флагом. Там был. Вот это мне позволяет сказать, что это было где-то в Соединенных Штатах Америки. Вот. И этот мяч, единственный уцелевший, наверное, предмет вне этого дома, вот, плавал, и обратил на него внимание, а остальное все было это щепки, щепки, щепки. И что-то наподобие такой воды, и сверху ряска из этих мелких-мелких щепок, которые раньше были какими-то предметами быта.
И это было где-то на уровне второго этажа, то есть все было залито вот этой так называемой водой где-то до второго этажа. Наверное, эта квартира была все-таки на уровне второго этажа дома, не третьего. И вот в этой квартире лежали на кровати двое моих детей. Один ребенок был, это было где-то, ну, им было где-то до года, потому что они были в пеленках, почти пеленках. Один ребенок был нормальный, и другой ребенок был больной. У него были язвы на всем лице, это аллергические язвы от той обстановки экологической, которая была вокруг. Вот, и один ребенок плохо развивался, то есть у него были вот эти язвы, он был похудее немножко. Вот. В другой комнате, помню, был шифонер. В этом шифонере были перевернутые все вещи, так неаккуратно сложены, то есть вытаскивались, закидывались туда, я помню. Из этого шифонера, это была не наша квартира, мы туда как-то попали, вот так в чужую квартиру, из которой по какой-то причине, вот, не знаю, ушли или убежали люди во время катастрофы. И мы там как-то жили временно. И я оборачивала в эти вещи своих детей, помню, двоих. Я очень любила своих детей, своего мужа. Вот это был единственный человек, которого я любила. Почему-то я не помню, какие там у меня родители были. Вот я была как-то оторвана от своих родных. Вот, я говорю, по внутреннему состоянию как-то напоминала вот этих людей-хиппи, которые были сами по себе. И вот в какой-то момент, я помню, мы почему-то передвигались, летая, то есть мы могли летать. И мы вот в один момент прилетели его друзья вместе с ним. Они прилетели и начали со мной разговаривать. Разговаривали о том, что они где-то были и они что-то узнали. Вот у них какая-то информация поступила обо мне. И они начали, мы начали разборки. Начался разговор такой неприятный. Они начали у меня спрашивать, там был какой-то главарь, то есть старший такой, более, как говорится, лидер. И он начал говорить о том, что почему я скрыла то, что я человек, то есть потомок. И вот тут он сказал непонятную для меня до сих пор фразу. Ты потомок, ты девятое колено Савао. И тут у меня выключилось сознание. То есть если мы не можем осознать чего-то, у нас на долю секунды выключается сознание, и я не уловила буквы Савао и что-то Ола, Саваола, Саваона. Я вообще не знаю, что это такое. То есть он мне говорит вещи, о которых я как бы тогда не задумалась. Они мне были абсолютно не важны. Чей я потомок, зачем, почему. Я удивилась и предъявила ему такие претензии. А при чем тут, чей я потомок? Если я нахожусь с вами, если я люблю своего мужа, какое вообще дело до того, кто были мои предки, родители и так далее? Я с вами, и значит, я с вами. Но это было очень важно для той группы людей, в которой я находилась. Вот этот предводитель, лидер, он стал говорить, что кем бы ты ни была и как бы ты себя ни считала, ты не можешь с нами находиться, потому что ты потомок наших врагов. И это очень важно. Для них это было очень важно. И причем на поводу у этой группы людей пошел мой муж. И
Я возмущалась, я искренне возмущалась, почему я должна слушать весь этот бред, если я нахожусь с вами, и какая разница, какой у меня род, какой я родословный. Но главарь наш лидер сказал, что это очень важно. Тот, кто имеет другой корень, тот не может с нами находиться, и тот не может быть вместе с нами, потому что у него изначально он другого корня. И это меня очень сильно обижало, очень сильно меня расстраивало, и я не понимала, что от меня хотят, и я не понимала эту ситуацию. Это было для меня очень возмутительно. Но конфликт был настолько острым. Для них я оказалась таким сильным врагом. И этот лидер сказал моему мужу, что те дети, которые были у нас, они не имеют права жить, потому что они потомки врага. И мой муж взял двоих маленьких детей, которые спали в это время. Он взял их прям в том одеяльце, в которое они были завернуты, двое, это были двойняшки, и выкинул их за балкон. То есть в эту гущу, в этот смрадную гущу он выкинул их. Я кричала очень сильно, я кричала так сильно, мой голос разрывался, мои голосовые связки просто надрывались, кричали, я слышала тот голос, тот звук и ту речь, которая из меня доносилась. И я вот в этот момент даже поняла, что я разговаривала не на русском языке, это был какой-то незнакомый язык, такой какой-то гортанный язык. Звуки произносились на уровне горла, вот здесь вот было мало гласных звуков, которые произносятся при помощи свободного дыхаемого воздуха. Был какой-то гортанный низкий звук, и я помню, как меня называли по имени, меня называли Тиана. Тиана, мое имя было Тиана. И я, когда выбежала на балкон вслед за своим мужем, для того, чтобы остановить его, но он настолько быстро выкинул их за борт, за балкон, настолько быстро, что я не успела ничего сделать. Я кричала, из моего горла доносились, наверное, слова проклятия. Это бессилие, это буйное бессилие и ненависть к этому, ко всему, и одновременно глубокое разочарование в близком человеке. Вот, страха не было. Не было страха, было возмущение, было бессилие, отчаяние, безысходное. Чувство, что ничего, к сожалению, изменить нельзя. Самый близкий человек тебя предал и лишил самого дорогого, детей. И я не могла с этим смириться. Я кричала, и когда я вышла с одной двери, где лежали мои дети, была кухня и маленькая комната, когда я вышла с одной двери и уже была возле другой двери, в другую комнату, где был шифонер с вещами, и еще были какие-то предметы мебели. Комнаты были, кстати, небольшие. Когда я уже была возле той двери, в это время в меня этот лидер выстрелил из какого-то оружия, похожего на арбалет, скорее всего. И такая стрела, эта стрела с огромной силой врезалась мне вот в область сзади, в область вот этого предплечья. Она проткнула вот это предплечье и вышла. Вот здесь у меня даже родинка где-то есть, вот родинка. И она пригвоздила меня к двери,
как двери. То есть она зашла сюда, вышла сюда и пригвоздила меня к этой двери косяком. И вот таким образом я погибла, умерла. Я почувствовала, что моя душа, я вылетаю из своего тела, я покинула свое тело и стремительно понеслась наверх, вертикально вверх, увидев все вот это белое пространство, потому что все было, большое огромное пространство было поделено на мелкие пространства. Вот, и я увидела вот этот вот белый свет, белую материю, которая огораживала одно пространство от другого. И в этот момент, когда я летела наверх, я почувствовала, насколько чуждо мне то общество, в котором я жила, в котором мне было, которое мне было дорого, потому что я была частью этого общества, этой группы людей. Эти люди мне казались дорогими единомышленниками, мы вместе с ними жили, мы мыслили одинаково, мы жили одним, вот. Но, к сожалению, я в один момент поняла, что насколько оно было мне чуждо, насколько оно сейчас мне противно. И когда я жила в этой жизни, в моей жизни не было Иисуса. В моей жизни не было ничего похожего на религию, на Бога и на Иисуса. Я не знала, кто такой Иисус. Но когда я вылетела из своего тела и поднималась наверх, оказывается, в моем сердце было знание об Иисусе. И я сказала: только тебе, Иисус, только тебе. То есть расшифровываю вот эти вот слова, что только тебе я в дальнейшем посвящу свою жизнь, только с тобой я буду жить, и только ты будешь светом в моей жизни. И вот когда утром, я помню, когда мне было это видение, я стала, раннее утро было, это было, по-моему, лето, вот это было лето, потому что обычно я отпуск беру в июне. Вот, в последние две недели. Вот. И когда я проснулась, я встала с таким очень чувством потрясения, с чувством приобретения какого-то очень нового, сильного знания. Я встала, подошла к двери, посмотрела на улицу. Это было в Солодушино, в Волгоградской области, посмотрела на Солодушино, на улицу и так на рассвет, и увидела солнце. Солнце было тогда очень удивительное, крылатое солнце. Это было солнце с двумя крыльями. Красное солнце с двумя крыльями. Я еще помню, сфотографировала это солнце. Это было раннее утро. Восход, только солнце поднялось над горизонтом. И я поняла, что мне нечего бояться. То есть то слово, которое я когда-то дала, что моя жизнь будет с Иисусом, это слово, оно хранится в моей копилке жизней. А Бог помнит об этом, что я сказала, что я буду с Ним. И Он всегда это помнит, и Он всегда делает так, что не покидает меня. Вот. И я немного успокоилась. Не то чтобы немного, я поняла, что вот за это мне бояться нечего, потому что Бог помнит, что я однажды сказала, что я буду всегда с Ним. И только Ему я посвящу жизнь. И как бы я не забывала в будущих жизнях об этих словах, как бы я делала совершенно противоположно моим словам, Бог всегда будет, плохо или хорошо, двигать меня на ту дорогу, с которой я не должна свернуть. И еще хотела бы я рассказать об одном обстоятельстве. Начиная с 12 лет наступает космическое совершеннолетие. То есть до 12 лет, пока человек не пройдет один зодиакальный круг, он считается ребенком. Он еще ребенок, которого охраняют высшие силы, охраняет Матерь Божья.
Я так думаю, что Матерь Божья охраняет ребенка, и он защищен ею от вмешательства в его судьбу других миров. То есть какой бы ни был ориентации представитель других миров, ориентация служения себе или ориентация служения другим, он не имеет права диктовать ребенку что-то свое. То есть ребенок находится под защитой. И только по наступлении 12 лет, когда ребенок проходит один зодиакальный круг, вот, после этого ребенку может быть предоставлен представителем другого мира выбор. Вот если встреча, допустим, происходит на тонком плане или вот здесь наяву, в третьем измерении, в третьей плотности происходит какая-то встреча, то ребенок защищен. Вот. Исключения составляют совсем такие преступления, когда представитель иного мира может совершить преступление по отношению к ребенку. Вот такие случаи бывают, правда, редко. Должны быть они очень редкие. Так вот, когда ребенку наступает 12 лет, можно ему уже предоставлять выбор, чтобы он в сознании делал выбор, какую ориентацию он выбирает для будущей жизни, для своей вот жизни, в которой он сейчас находится, ориентацию служения себе или ориентацию служения другим. По этому поводу хочу сказать, я это знала, кстати, на тот момент, когда произошло событие, о котором я хочу рассказать. Это событие произошло так, 95-го года мой сын, ему было тогда 13 лет. Это было лето 2008 года. Мы когда находились в Солодушино, в доме моей сестры младшей. Вот, мы там проводили лето. Вот, это был 2008 год. Я тогда не работала, то есть я находилась в отпуске, в декретном. И мы приехали в Солодушино, чтобы провести там лето. Ребенок у меня тогда только родился, Софья тогда только родилась, ей было полгода. И мы приехали туда, было очень жарко. И вот, значит, в один из вечеров мои племянники и мой сын, которому было тогда 13 лет, а племянникам по 15 лет, они ушли куда-то к какому-то товарищу для того, чтобы там без взрослых посидеть, пообщаться, поболтать, там собрали какую-то еду, сделали, короче говоря, себе вечеринку. Но если племянники меня предупредили о том, что они пошли к товарищу на вечеринку, то сын, которому было 13 лет, уехал на велосипеде и ничего мне не сказал. Он не сказал, что тоже поедет туда к ним на вечеринку. Хотя там были ребята постарше, но вот он на правах родственника, то есть племянники там, и он на правах родственника тоже к ним присоединился. Вот. Так как он меня не предупредил, мобильного телефона у меня тогда не было. Вот, мобильный телефон я вообще очень тяжело завела. Наверное, 2 года я ходила с кнопочным телефоном, даже не одним, с двумя кнопочными телефонами, не желая заводить смартфон. Почему-то очень-очень тяжело я завела смартфон, и то это было по производственной необходимости, потому что у нас были рабочие чаты, и вот эти вот все дела в чатах, они все больше внедрялись в жизнь, и в какой-то момент, в 17-м, по-моему, году, наверное, в 17-м году, то есть производственная необходимость уже подперла меня, и я завела себе смартфон, вынуждена была, вот. Ужасно не хотела заводить смартфон, но вынуждена была. Так вот, телефонов мобильных не было. Я не знала, где мой сын. Я не знала, где живет этот товарищ, которому ушли мои племянники. И я настолько беспокоилась, злилась. Вот, с полугодовалой дочерью, значит, сижу дома. Не знаю, где, не знаю, куда идти.
Вот. Особо-то и никого не знаю в селе. Мы там прожили. Сколько мы там прожили? 4 года в Солодушино мы прожили, что ли, к тому времени. Особо я и не знала даже, кому идти-то и кого спрашивать. Вот, очень злилась. И вот, значит, уже ночь наступила. Сына все нету. Сыну 13 лет. И несмотря на то, что он как бы мамин такой сын, все равно я беспокоюсь, где же он. И вот, значит, в какой-то момент я вышла, смотрю в звездное небо, уже ночь, сына нету, спать не могу, а спать надо, потому что рано утром дочь проснется, и кроме меня некому как бы за ней смотреть, надо с ней активно туда-сюда ходить, ей полгода, а вот, или 7 месяцев. И вот, значит, я смотрю в это звездное небо, и почему-то обращаюсь к инопланетянам. Почему обращаюсь к инопланетянам? Потому что перед этим у меня был такой случай тоже. Я купила здесь, в Москве, значит, трусики, маечки для своей дочери полугодовалой, потому что знаю, что там жарко будет, и она будет ходить в основном не в платьицах, а в трусиках и маечках. Вот, и я, значит, накупила целый пакет детского белья, в том числе панамки, сложила все это в большую такую сумку на колесиках, большая огромная сумка, как бы чемодан мягкий на колесиках, и приехала туда. Приехала туда, стала выгружать все эти вещи, и именно этого пакетика с детским бельем, с панамками, нету. Ну вот нету его. Ну все, переверни, нету. Я думаю, неужели я забыла в Москве? Специально на все лето накупила вещей, и тут понимаешь, что нам придется ходить в платьицах, там, в старых каких-то вещах, в которых я не хочу ходить. Вот, значит, и я такая расстроенная была, думаю, боже мой, ну что же теперь делать? И ну никак вот. Мы остались вот без этого пакета. Все перетряхнуло, ну что делать? И вот этот чемодан на колесиках из ткани, не пластиковой, повесила в кладовку, пустой, повесила на большой гвоздь, и висит у меня. Проходит, значит, месяц проходит, Софье уже 7 месяцев, значит, и я как-то совершенно случайно захожу в эту кладовку, и в темноте думаю, что я ищу мешок с продуктами, с макаронами. Там, это. Мне понадобились макароны, по-моему. Я в темноте, значит, совершенно не видя, что это такое, снимаю этот чемодан, роюсь там и вижу какой-то пакет с чем-то мягким. Я думаю, что такое там, наверное, должны быть макароны. Значит, щупаю, там какой-то мягкий большой пакет. Я его вытаскиваю, смотрю, а там эти вещи детские, Софьины, новенькие, с бирками. Я так удивляюсь, я ужасно удивляюсь, потому что этого пакета быть не должно. Ну, не должно его там быть, его там не было. Все, что у меня было, это один единственный чемодан, который я вытряхнула. И я очень переживала, что забыла эти вещи. Но я вспомнила, что когда я вешала этот чемодан на этот большой гвоздь, я подумала, ну вот здесь только одно может мне помочь. То, что инопланетяне возьмут в Москве вот этот пакет мой, который я, видимо, оставила на кровати, и закинут мне его сюда. Только это меня спасет, потому что больше ничего, как говорится, нету. Никакого выхода. Я вспомнила про это. И вот я ужасно удивилась, во-первых, этому. И вот у меня где-то в мозгах было, что вот инопланетяне мне помогли. Они мне помогли. И я подумала, ну что ж я, дура, раньше не догадалась заглянуть в этот чемодан для того, чтобы найти эти вещи. Целый месяц уже прошел, а мы все ходим в стареньких вещах. Вот, хотя могли бы в новеньких вещах ходить. И вот это, видимо, на подсознание у меня где-то засело. И вскоре вот этот случай произошел
с сыном, с их вечеринкой. И я, значит, вышла, смотрю в звездное небо и говорю: инопланетяне, помогите мне, пожалуйста, и в этот раз с моим сыном. Верните его домой, где бы он ни был, потому что я очень сильно беспокоюсь. Почему? Потому что через реку, хоть она и 7 километров, Волга, там находится какая-то зона, где сидят преступники. И вот, не помню, в это же лето или перед этим летом был случай такой, что мальчик на велосипеде катался, он с Николаевска приехал со своими товарищами купаться в Ерек. У нас там было хорошее место, куда приезжали николаевские. Ну, там расстояние было небольшое, 5 километров, что ли, до города Николаевск, районного центра. По-моему, 5 или 6 километров. Или даже меньше, если ехать по грунтовой дороге. И вот туда приезжали дети, купались. И вот, значит, он, этот мальчик, приехал со своими товарищами. Ну, они как-то возвращались обратно. И товарищи, видимо, как-то вперед, что ли, заехали. А этот мальчик, ему было тогда, ну, лет 10-12, наверное. Вот, он как-то отстал. Вышли двое мужчин и стали просить у него велосипед. Но велосипед у этого мальчика был новый, потому что он его долго просил у родителей, и вот они его купили, и он не хотел им новую игрушку, которую только что он получил в подарок, он не хотел им давать. А это были, оказывается, сбежавшие зэки. Сбежавшие из зоны зэки. Они стали у него просить велосипед. Потом, когда они получили отказ, они очень разозлились. Ну, короче говоря, они заманили его во враг, изнасиловали, всю ночь его насиловали, убили зверски этого мальчика. Вот. И только утром, я еще помню, мы были там. По-моему, это было в то же лето. Почему? Потому что я помню, тогда выходила на улицу. На улицу выходила и все время думала: боже мой, это произошло совсем недалеко от нас, потому что вот эти овраги, вот эти ерики, как называются, вот такие овраги, которые при помощи эрозии, то эрозия разрушила вот этот вот поверхность, овраги, заросшие травой, большие-большие. Это происходило совсем недалеко, я как бы этого не чувствовала, я этого не знала, а ребенок вот мучился и умирал там, убиваемый. И эта ситуация, просто вот это воспоминание об этом мальчике и воспоминание о том, что, и вот мысль о том, что мой ребенок куда-то уехал на велосипеде и его нет, это просто меня сводило с ума. Это до такой степени меня сводило с ума, и я подумала, ну, что сейчас, как говорится, обращаться к Богу, да, вот, как говорится, когда тебе надо вот что-то, может быть, срочное делать, да, и это срочно могут сделать только вот какие-нибудь инопланетяне, которые вот так видят меня, слышат меня. А тогда я уже знала, что такое зов. Зов, ну, я как в какой-то степени считала себя контактером, в какой-то степени я понимала, что если я пущу зов, как бы выпущу зов в космос, то меня услышат. И вот я выпустила зов в надежде, что мне нужна очень срочная помощь. Очень срочная помощь, потому что я буквально схожу с ума о том, что я не знаю, где мой сын. Ему всего 13 лет. Вот. И наступил, видимо, такой переход, как переходный возраст, когда он решил не говорить, вот, где он, и вот так вот. Сиди как хочешь, беспокойся. И вот, значит, сын пришел утром, под утро, рано-рано он пришел в первую очередь, потом пришли уже племянники. Вот, сын пришел в первую очередь, он приехал на велосипеде и сказал: ну вот я тебе не сказал, куда я пошел, но ты не могла догадаться, что я с Акмалем и Саланой пошел, значит, туда, где они решили провести вот это вот посиделки. Все местные ребята. Ну, неплохие ребята, как бы ничего такого особенного. Вот. Я сказала, что как бы
до такой степени я беспокоилась, и ты не мог заехать просто на велосипеде и сказать мне, где ты находишься. И вот, значит, следующая ночь. Мы ложимся спать, а я до определенного периода, который был намного позже, каждый день видела по нескольку снов. Причем сны были очень яркие, прям это были видения, несколько видений за ночь. То есть по такой интенсивной программе мой ангел меня, как говорится, обучал. Я каждый день обязательно видела сны. Даже если я очень уставший, даже если я сплю совсем немного, я обязательно как бы вижу сны. И вот, значит, наступила следующая ночь, когда мы легли все спать, значит, и я утром встаю и понимаю, что почему-то у меня была ночь абсолютно немая. Я не помню ничего, я ничего не видела. И эта ночь пролетела просто как миг. Вот раз, миг, и все. Я такая просыпаюсь. Ну, конечно, где-то внутри себя я очень удивляюсь этому обстоятельству. Вот иду, как всегда, там, по делам, на кухню и так далее. Начинается обыденная жизнь. Тут просыпается мой сын и говорит: «Мама, сегодня было удивительное событие ночью, о котором я тебе хочу рассказать. Это просто аховое событие. Послушай, что я тебе расскажу. Сегодня ночью случилось как бы такое прям чудесное событие. Я даже не ожидал никогда, что такое может со мной произойти». И вот, значит, что он мне рассказал. В эту ночь к нему прилетали инопланетяне, которые предложили ему выбрать ориентацию, служение себе или служение другим, духовную ориентацию. Так как ему было уже 13 лет, они имели право это сделать. А для того, чтобы я не мешала им, они просто меня выключили. Мама говорит, это было как бы наяву, но я понимаю, что я спал, но я понимаю, что это было наяву. Это было так, как будто это происходит вот на самом деле. То есть я встал, я увидел сквозь стены, там в сторону, там у нас есть такое место, где колхозный огород, там посадка. Вот. Ну, я так поняла, что это в ту сторону, значит, что в той стороне я увидел прожектор с неба, я увидел, как приземляется какой-то аппарат. Вот, я так поняла, что это аппарат, похожий на пирамиду. Вот. И я увидела, что этот аппарат, этот яркий свет, яркий луч, он как-то приземлился, оттуда вышли какие-то люди. Вот. Я подумала, что это какие-то люди, потому что они были похожи на людей, но немножко другие. И вот они каким-то образом оказались вот у нас в этом пространстве. Пространстве этой небольшой комнаты, ну, около там, я не знаю, там 16, 18, 20 квадратных метров в этой прямоугольной комнате. Я увидел, что ты как бы просыпаешься, садишься вот так вот по-восточному и говоришь: «А что вы тут делаете?» И у тебя есть право это сказать, и ты как бы предъявляешь ему претензии: «А что вы тут делаете? По какому праву вы пришли?» И ты видишь, что они пришли ко мне, они пришли разговаривать со мной. Но они, говорят, что-то сделали, и ты, говорит, замерла. Ты замерла вот в этом же сидячем положении, и ты сидела просто как-то чуть-чуть и раскачивалась, и видно было, что ты как бы спишь. Вот они со мной стали разговаривать. Я увидел очень ясно и подробно, кто ко мне прилетел. Ко мне прилетела какая-то, во-первых, женщину я увидел. Это была какая-то знатная очень женщина, какая-то богиня. Вот у меня в голове, говорит, стояла какая-то богиня. Она была такая худенькая, стройненькая, высокая.
вот, с характерной внешностью. Он мне описывал эту внешность, и я, знаете, у меня сразу, так как у меня есть, я считаю, дар развлечения духов, я сразу ее определила как богиню Нинти. Богиню Нинти, это были гуманоиды с планеты Нибиру, вот, которые были также близки к этой египетской цивилизации. Поэтому у них был и корабль, похож на пирамиду. Вот, это богиня Нинти, как я, почему-то у меня вот так всплыло, богиня Нинти. Потом, говорит, у них был еще какой-то командир, видимо, говорит, корабля. Вот эта женщина, она не была командиром корабля, она была вот какой-то главной в чем-то. Потом был командир корабля, вот, мужского пола. И еще были какие-то люди, которые были уже не такие главные, а второстепенные. Вот. И я помню, что они мне сказали, хочешь ли ты с нами, быть с нами. Вот. И сразу скажу, что мой сын с 12 лет, он понял, что он христианин. Вот, так как я его оставляла на то время, пока была в Москве, я его оставляла на 2 года, по-моему, 3-4 класс. Он был без меня. И вот в какие-то моменты он говорил, мам, мне страшно, вот ночью мне какие-то снятся ужастики и так далее. Вот. И мне тогда попалась, я не помню, где это было, книга это была, что это было. Вот, видео было из интернета, где говорилось, почему боятся дети спать по ночам ночью, а потому что нет рядом родителей. И тогда я ему сказала, так как меня нет рядом, ты прибегай к молитве. Вот. И он как-то прилепился к этому, прилепился к религии, к Богу, призывал на помощь Бога, крестик стал носить, хотя покрестили мы его лет, когда ему было 15 лет, а вот с 12 лет он носил свой крестик, который я мне купила в Москве. Вот, крестик у него был такой серебряный, серебряной толстой цепочкой, и он всегда его носил. Вот, и он был таким, сразу почему-то он стал таким харизматичным христианином, традиционалистом. Вот. У него не было каких-то таких измышлений, как у меня, второстепенных, каких-то своих умозаключений и так далее. Вот он как-то взял линию христианства, традиционного христианства. Вот, все по Библии, все по церкви православной, так вот он придерживался. И все мои вот эти вот мысли, желание что-то объяснить про другие какие-то цивилизации, миры, он сразу как-то останавливал, он этого не хотел даже слушать, не любит до сих пор слушать, а отрицательно ко всему этому относится. Вот, все, шаг влево, шаг вправо для него как бы расстрел. Все женщины, по его мнению, должны ходить в платках, в длинных платьях. Вот. Девочки должны до замужества не разговаривать на какие-то фривольные темы, не общаться с противоположным полом так близко, как говорится. Вот таких вот он взглядов. И тогда он тоже критически отнесся к самому появлению вот этих вот инопланетян, хотя он своими глазами видит, участвует в этом разговоре, но он отрицает все это. И вот, значит, он говорит, а почему-то я должен с вами как бы идти, с вами быть и так далее. И они его стали уговаривать. Они сказали, что если ты будешь с нами, тебе будет хорошо, у тебя будет все, и жизнь будет твоя успешной. И как бы мы будем тебе во всем помогать, мы будем всегда тебя поддерживать. Все, что ты не захочешь, у тебя будет. Только ты будь с нами. Но он сказал, а зачем мне быть с вами? Я могу быть и без вас, как бы. Зачем вы мне нужны?
подумаешь, помогать. Ну, в чем разница-то? И тогда, говорит, мам, один ко мне подошел из них и показал мне что-то вроде планшета, мобильного телефона. У них было что-то в руках, какое-то устройство. И он его включил и показал, мне было показано два варианта моей жизни, о которых я потом забыл. Но вот когда я это видел, у меня был эффект полного присутствия. Это было как... Ну, тогда мы еще не знали, не было еще такого распространенного, там, 4D фильмы, 5D, 3D и так далее. Но это был фильм с полным, с ощущением полного присутствия моего внутри этого. И я, говорит, за короткие промежутки как бы прожил вот эту жизнь, одну и вторую. И мне сначала показали, какая у меня будет жизнь, если я буду с ними. И я так понимаю, что ему показали жизнь, если он примет ориентацию служения себе. Моя жизнь, говорит, очень хорошо складывалась, я был успешным. Я не помню, к сожалению, подробности, но вот я помню, что вот само ощущение, да, что было. А затем мне показали другой вариант моей жизни. Она была похуже, но тоже не такая плохая, но похуже. Говорит. Это была другая ориентация, ориентация служения другим. Мне показали эти две жизни и сказали, у тебя есть выбор, и выбери сейчас, что ты выбираешь. Ну, им нужен был ответ. А вот, значит, мам, я подумал и сказал, я выбираю вторую. То есть ориентацию служения другим. Вот. Они, говорят, согласились с моим выбором. Что-то еще у них был какой-то разговор. Не помню, что было. Это было давно. Вот. И в конце концов, говорит, они улетели. Они улетели, и вот когда мы проснулись, он рассказал мне это. Я сейчас жалею, что я все это не записала более подробно, со всеми подробностями, как выглядела эта богиня Нинти, как выглядел этот командир корабля. Я помню, что-то он говорил, что они были в таких темно-темно-серых таких комбинезонах были. А она была в чем-то похожем на платье, по-моему. То есть видно было, что это женщина. Вот. И я очень жалею, что я подробно, в мельчайших подробностях не спросила его обо всем. Я подумала, что как бы у меня еще будет время обо всем этом спросить. Но, к сожалению, из-за того, что он придерживается традиционного христианства, отрицающего все вот эти инопланетные россказни и так далее, контактерство и так далее. Он не захотел больше об этом разговаривать, он не хочет об этом разговаривать, и он очень сильно нервничает, когда я у него спрашиваю об этом. Вот. И ничего, как говорится, я добиться не могу. Вот. И он не любит, когда я разговариваю на эти темы. И вот таким образом я узнала, что во-первых, это было наглядное подтверждение тому, что я знала на тот момент, потому что, как я уже говорила, активная подготовка была перед Советом Миров где-то в течение полугода, когда меня прям активно натаскивали, готовили к этому. Но неактивная такая подготовка была в течение всей жизни, то есть постепенно меня вводили в этот курс. Постепенно мне давали знания об моих прошлых жизнях. Постепенно мне давали знания о том, что существуют другие миры. Вот. И в какой-то момент даже я думала, что я контактер. Я просто контактер, который как бы... Ну, есть же контактер, и я тоже контактер. Но оказывается, это просто мне давали возможность знать, что существуют другие миры, различать их,
различать одни цивилизации от других, одни миры от других, одних инопланетян от других инопланетян, различать все это, видеть, различать какие-то их принципы жизнедеятельности, узнавать. И вот таким образом было подтверждение тому, что существуют две духовные ориентации, и яркий представитель духовной ориентации служения себе, вот, прилетели к моему сыну. Что касается того, почему я освещаю этот вопрос двух ориентаций, потому что существуют миры вот в той части галактики, которая относится к нашим, к которой мы относимся, к которой Земля относится. Существует вот это понятие, я думаю, что в других галактиках оно тоже существует, что все миры делятся на миры служения другим и миры служения себе. Вот. И представители и тех, и других миров присутствуют и как бы участвуют в Совете миров. Они участвуют в нем, несмотря на то, что они совершенно двух разных противоположных ориентаций, и у них совершенно разные противоположные цели, и они существуют, сосуществуют по определенным правилам, которые регулируют определенная материя, о которой я тоже расскажу позже. И поэтому важно это знать, что представители двух совершенно разных миров участвуют в Совете для того, чтобы сосуществовать без потерь, в определенной степени безопасности, существовать вместе. В принципе, это одна территория, да, часть галактики – это одна территория. И мы должны, несмотря ни на что, существовать на этих территориях. Вот. И что еще? Про численность хочу рассказать. Несмотря на то, что представители разных миров участвуют в этом Совете миров. Вот как здесь, если возникает вопрос голосования, как здесь идет подсчет голосов? Или рассказать это в отдельном ролике, как идет подсчет голосов, потому что об этом еще рано говорит. Я хочу рассказать про численность, что существует определенные взаимоотношения между представителями миров, служащих себе, и представителями миров, служащих другим. Для баланса, когда проходит голосование, для баланса существуют определенные правила, потому что представители миров, служащих себе, их 11% и 89% представителей миров, служащих другим. Вот. То есть не существует баланса 50 на 50, а существует такой баланс 11-89. Об этом еще рано говорить, потому что до темы голосования определенных вопросов это еще рано освещать эту тему. Пока тему двух духовных ориентаций я закрываю, вот по этому поводу. Мне, наверное, больше нечего сказать такого важного. Поэтому на сегодняшний день в этом монологе я с вами прощаюсь. До свидания.